На первом в этом году селекторном совещании в облгосадминистрации рассматривалась ситуация с созданием центров административных услуг. Главная задача, которая стоит сегодня перед этой структурой, сделать наиболее комфортные условия для ведения бизнеса на каждой территории. Центры по оказанию административных услуг были созданы в городах областного значения еще в прошлом году. Перед районами стояла задача сделать аналогичные до 1 января этого года. Сейчас на селекторе проверяют степень готовности. В большинстве своем необходимым оборудованием обеспечены, перечень услуг создан, а в некоторых районах успели даже оказать некоторые. По ходу выясняется, в Розовке проблема с кадрами, нет государственного администратора. Обещают помочь разобраться на месте. При подборе кадров определяйте самое главное. Это вежливое и толерантное отношение к тому человеку, который приходит на прием, чтобы получить услугу. Если будут какие-то проблемы с взаимодействием с территориальными органами, которые на вашей территории, очень большая просьба сразу же нам передавать эти данные, и мы, я думаю, вы не сомневаетесь в этом, оперативно отреагируем. Мы должны убрать всю бюрократию, которая есть на местах, потому что мы должны выполнить задание президента. По большому счету, говорят, сегодня нет проблем эффективно и качественно помочь бизнесу осуществить услугу. Эффективность работы центров админуслуг собираются обсудить через 2 месяца на совещании.